Всем привет! В этом ролике я буду целый день угонять автомобили, и мы посмотрим, сколько я смогу заработать, какие будут нюансы, ситуации там и так далее. Я уже это все записал, отснял, как бы записываю начало уже после всего того, что произошло. И хочу сказать сразу, что результат реально хороший, вы будете реально приятно удивлены. Поэтому смотрите видео от начала до конца, ставьте лайки, ну и конечно же подписывайтесь на канал. Но в начале игры вам очень сильно поможет мой промокод. Вводите промокод Полканов на любом сервачке до 5 уровня, за него получите 300 тысяч рублей. Вся информация есть в описании под видео. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж, ребяточки, словил и контракты, получается. Первые угоны, поэтому людей нету. И реально есть шанс того, чтобы именно словить еще один контракт. Как я и сказал, сегодня будем целый день делать угоны, то есть каждый час. И посмотрим, сколько мы заработаем за день. То есть мне именно это интересно, я давно хотел записать этот видос. Руки не доходили, как всегда, но сегодня я намерен реально целый день просто делать угоны. И посмотрим, сколько в конечном итоге мы заработаем. Газ-пол просто и полетел. Вот эта машина у меня и для такси, и для догонялок, и для угонов, и, блядь, для всего, чего можно. Преимущество этой машины в том, что она может сделать вот так. Да, там небольшое ограничение есть, но в целом прям такого большого нету. То есть можно так пиздячить вообще на похуях. То есть поля как бы разрешены. Просто, допустим, у Bugatti, у Lamborghini, у них такая есть фича, то что они по полям как бы едут на похуях просто. Вот так вот. Ну не совсем на похуях, есть как бы небольшой лимит, но не такой, как на всех машинах. Поэтому есть очень хорошее преимущество. И за счет этого можно реально ебашить. Поэтому если хотите себе любую машину, покупайте Ламбу. Хочется себе машину уже на фул зеленом ПТС и все. Потому что М5 фул зеленая, семерка фул зеленая, газон фул зеленый. И хочется Ламбу еще фул зеленую. Но я могу записать отдельное видео, кстати, где я расскажу свой автопарк мечты. Я могу записать видос, в котором я вам покажу все машины, которые я хочу, чтобы были у меня в автопарке. И все на фул зеленом ПТС. А машин у меня достаточно много, которые я хочу. Четверочка наша, короче. Бля, кстати, давно не взламывал. Я, блядь, лишь бы не проебаться. Надеюсь, ФСБшников не будет. Надеюсь, я в тюрьму не попаду. Отвозим и попробуем еще один контрактик взять. Надеюсь, у меня получится. Потому что утро, как бы, возможно, кто-то еще не забрал. Потому что в основном ловят дома. Как бы я ловлю чисто машины. Дома я не буду ловить, потому что соло там делать нехуй вообще. Так, получим мы 895 тысяч. Ебать, тут заказов, пацаны, это пизда. Просто смотрите. Тут заказов я ебу просто. Угоняй, не угоняй просто, отвечаю. Быстренько берем нашу ламбу обратно и пиздуем просто, газуем. Прикиньте, если я сейчас все вот эти заказы сделаю. Это же будет пиздец. Права проебал. Так, лицензия быстренько, раз. Надо штраф оплатить 20 и полетели дальше. Бля, ну то, что никто не ловит, я в ахуе просто. Ну, потому что дома ловили, скорее всего. Я думаю, в следующем Payday такого не будет. Если реально кто не заберет их, я просто все сделаю. Так, вот я, получается, доезжаю и сдаем машинку, получаем 160 тысяч. И летим обратно, будем надеяться, что там заказы не забрали. И, ну, я уже сделал два заказика, я считаю, это неплохо, то есть мы скилл прокачаем, я думаю, неплохо. Вот угонщик у меня, получается, 7-й скилл, еще 9 заказиков, и у меня будет уже 8-й. Никто даже ничего не брал, прикиньте, вообще никто ничего не брал. Так, давайте автоугон тогда тоже берем, УАЗик. Да, вон буханка стоит, сейчас быстренько добежим. А везти ее, да, в этого... Еще и без чипа. Пиздец, я буду ехать вечность просто. Без чипа просто на буханке. Понимаете, с Южного в Эдово ехать. Это вообще пиздец. Я ехал, я не знаю, ну минут 5 точно. Опа, 160 тысяч, нормально. Все отлично. Ну, кстати, по заработку мы не особо много заработали. Да, давайте приору возьмем, я думаю. Лучше эти бомбы сразу купить, одну в багажник положить, а одну на руки. Прям, ну, я сейчас бабки сниму с промокода, мы потом не узнаем, сколько я заработал. Вот в чем проблема. Ладно, как-то посчитаем. Ладно, одну эту проебал, ничего страшного. Ну, хотя, блядь. А, ну я же бомбу еще одну купил. Я думаю, чем мы не в плюсе. Все, взял еще один контрактик. Я не знаю, есть ли смысл показывать весь процесс, потому что угонов будет очень много. Блять, у меня за окном, сука, траву косят. Ёбаный в рот, блять. Чё так не вовремя, блять, в 9 утра? В 9 утра, блять. Вы чё, издеваетесь? Ладно, я теперь её не проебать тоже. Последнюю отмычечку. По-моему, еще два угона, но осталось почти 15 минут. То есть я даже не знаю, успею я или не успею. То есть, возможно, я даже не успею закончить и те два заказа. Мне просто интересно этим заниматься, это во-первых. Во-вторых, я как бы скилл качаю. Как бы, если хотел заработать, я пошел бы на дально. Правильно? Правильно. Ну что, сдаем очередной заказ. За плохую скрытность штраф еще въебали. Пиздец. Тупо потерял сотку на ровном месте. Так, снова очередной заказ. Летим, летим быстренько. Просто залетаем, залетаем, залетаем. Так, у нас находится в Арзамасе. Ну, в принципе, нормально, потому что там ехать за отмычками еще. Мы даже можем себе позволить так вот просто взять и поехать. А почему бы и нет? У нас Lamborghini. Имбовая машина, пацаны.
Ну что ж, ребятки, прошел, получается, ровно час, как я работал. И я заработал, я скажу, неплохо. Сейчас я посчитаю, ну, точно вам скажу. Был ПД, я не успел, потому что я последний угон сделал. Я все угоны, то, что вы видели, первый ПД, я все угоны сам сделал. Ну, короче, за час я где-то заработал 900 тысяч. Но имейте в виду то, что это мне повезло, то, что я сделал столько контрактов. Обычно, когда уже много людей, когда уже там вечер, обед, тогда вы будете в час делать один контракт. И это 6 контрактов я, короче, сделал, может быть, больше. То есть я на дальность только зарабатываю тот же за час. Это понятное дело, но здесь как бы я особо и не напрягался. А никто вообще нихуя не ловит, смотрите, вообще всем похуй. Кто вообще не ловит, я не понимаю. Как, блядь, такое может быть? Так, вот, кабриолет у нас есть. Давайте его возьмем, я думаю. То есть, если таким темпом, если сейчас тоже никто не будет ничего ловить, то я реально заработаю лаве, пацаны. Я его вижу, ребятки, вон наш газ, этот газ. Охуенно. А тут у меня отмычек нету, да? У меня что-то клавиши че залипает, че, блядь, руки мне кривые. Я нажимаю, оно как-то само нажимается, короче. Может, как-то подвисает, может, пинг, я хуй его знаю. Ну что ж, ребятки, вот и закончился, так сказать, рабочий день, в прямом его смысле, потому что время 23:00. Я целый день занимался угонами, да, не каждый час я там был, то есть я пропускал, потому что у меня там дела из жизни, но в любом случае я сделал очень много заказов. Я не скажу вам точно, сколько я заработал, потому что я долбоёб. Я снял деньги с банка, примерно я заработал 2-2,5 миллиона рублей. Короче, пацаны, я заработал нормальный бабос. Я считаю то, что метод реально рабочий. В принципе, ничего сложного нет. То есть вот, если вы мне даже не верите, то, что я как бы занимался, вот я скринил, как бы я уже не стал снимать, потому что, ну как бы, снимать каждую арабу, показывать, мне кажется, смысла нету, вы и так все поняли. Я вам и так показал около там 5-6 араб, точнее угонов. То есть вот, вы можете посмотреть то, что действительно я работал, то есть я не все скринил, там еще на стриме я пару угонов сделал, на одном и на втором я сегодня 2 стрима делал. То есть я реально работал целый день просто, целый день. Вот получается мой скилл угонщика, как вы помните, у меня был 7-й скилл, сейчас у меня 8-й, еще немножко, у меня уже будет 9-й, то есть я реально сегодня много чего сделал, много чего заработал, скилл прокачал неплохо, то есть темка реально интересная. Да, я понимаю то, что заработок не особо хороший, то есть можно было бы реально больше, но так в целом, как бы работа несложная, мусора особо меня не трогали.